Перед началом подписания соглашения о сотрудничестве глава Дмитровского района Валерий Гаврилов познакомил делегацию из Израиля со своими заместителями. Он подчеркнул, что документ затрагивает сотрудничество во всех сферах – экономике, культуре, спорте, инвестициях и даже безопасности. Руководитель района рассказал о малом бизнесе, сельском хозяйстве, культурных традициях, работе с молодежью. Делегация из Израиля не первый раз посещает Дмитровский район. Руководитель общественной организации «Соотечественники» Вадим Эдельман Перепелица отметил высокий уровень культуры и образования района и восхищен теплым приемом. Он представил своих коллег Аркадия Гадилова и Авраама Коэна. Они работают в муниципалитете города Оракива и с удовольствием посмотрели презентацию о Дмитровском районе. Вадим Эдельман также отметил, что подписание соглашения о сотрудничестве – это честь для израильтян, и документ еще больше укрепит дружеские отношения между странами. Кстати, руководитель делегации Аркадий Гадилов – выходец из России и немного знает русский язык. Город Оракива расположен в 3 километрах от Среднеземного моря рядом с Кейсарией. Он был основан в 1951 году. Первыми его жителями стали выходцы из Марокко и Польши. Впоследствии, в начале 60-х годов, к ним присоединились евреи из Индии. В городе проживают около 16 тысяч человек. После просмотра презентации началась официальная часть встречи, в рамках которой было подписано двухстороннее соглашение о сотрудничестве между Дмитровским муниципальным районом и муниципалитетом города Оракива. По традиции, гости из Израиля и руководство Дмитровского района преподнесли друг другу памятные презенты.